Кисиба, а о чем ты хотел со мной поговорить? Странно, это было нападение на спецотдел. В конце концов, мы же не тупые. Ты была в курсе, но не попыталась предотвратить. Я тоже попала под обстрел, знаешь. Ты можешь делать все, что тебе вздумается, даже если из-за этого мы отношусь. Просто знай, пока ты на стороне людей, я тебя и пальцем не трогаю.